Это Максим, как и любой абаканский мальчишка, в преддверии Нового года он ждет волшебства и подарков. Сегодня в роли Деда Мороза выступил депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол. Он передал мальчику новогодний презент, правда, не лично, потому что сейчас находится на спецоперации, а через своих помощников. Мальчику вручили сладости и развивающие игрушки. И вот он тебе передал подарок. Сейчас он вам расскажет стишок. Сейчас, Максим, я посмотрю, как начинается. Чтобы тебе было интересно заниматься. Спасибо. Родные Максима говорят, мальчик у них, несмотря на проблемы со здоровьем, старательный. В школе учится на четверке и пятерке. На вопрос, о чем мечтаешь, Максим говорит о мире на всем белом свете. В качестве благодарности он передал Сергею Соколу открытку, сделанную своими руками. На сегодня подарки не закончились. Мы поедем в Алтайский район, а затем в Бейский район. Тоже от имени Сергея Михайловича мы поздравим детишек и в этих районах. Это не разовый выезд, мы это делаем постоянно, и до Нового года мы охватим максимальное количество ребятишек.